Всем привет, друзья! Сегодня с вами идем в Светофор, в магазин низких цен, и будем смотреть новинки. Город Курск, улица Республиканская, 1Б. Нахожусь я сейчас в районе, где оптовые базы, и покажу вам новинки, которые подвезли в наш магазин. Желаю вам приятного просмотра. Первое, что хочу вам показать, появился наполнитель для кошачьих туалетов. Посмотрите, в каком объеме он здесь завезен, то есть в хорошем таком. Кошкин секрет называется, 5 литров. И он из природного сорбента комкующийся, ну, который такой, как глиняный, знаете, немного. Хочу сказать, что, к сожалению, цена сейчас не указана, но если увижу, я вам обязательно ее покажу. Корм сухой для взрослых кошек со вкусом говядины. 186 рублей стоит за килограмм 900. Лапша быстрого приготовления. Не видела такую здесь. Big Bon бренд. Лапша с соусом по-мексикански с курицей. 19 рублей стоит 95 грамм. Друзья мои, буду признательна вам вашим отзывам. Пишите о всех товарах, которые я показываю в обзоре. Может быть, и не показала, если я. Все равно пишите, что понравилось в этом магазине, что покупаете на постоянной основе, а что обходите стороной, потому что не понравилось. В одном из прошлых обзоров я вам показывала, что гречневая крупа у нас пропала в Светофорах. Здесь ее с избытком от бренда Увелка. Как гречка, так и рис. Смотрите, вот он. Давайте напомню, сейчас он стоит 90 рублей, 8 пакетиков по 80 грамм. Знаете, мнение как-то делится. Кто-то не любит Увелку бренд. Я могу сказать за себя, что мы покупаем, нам нравится, нас устраивает. Вот она, гречка хорошая, отборная, никакого мусора никогда не попадалось. И рис. Рис 55 рублей. Также 8 пакетиков по 80 грамм. Очень быстро также у нас в городе разбирают вот эту кашу. Она действительно вкусная. Кто любит на завтрак такую, здесь она еще продается. 36 рублей стоит за 400 грамм. В данном случае из кукурузных хлопьев. Продавали еще, я помню, из пшена, по-моему. Тоже очень вкусная была. Не требует варки. Ну, кто, знаете, заливает кипятком и доводит все-таки до того состояния, как закипит. Кто просто кипятком заливает. Но действительно вкусный, полезный такой, я бы сказала, полноценный перекус или даже прием пищи. Рядышком здесь у нас хлопья на здоровье. Кукурузные, медовые. 350 грамм. 64 рубля. Тоже выглядит вполне хорошо, и знаю, что многим они уже полюбились. Следующая новинка — икра трески. Такую еще не видела у нас в магазине ни разу. Масса 220 грамм. В составе икра трески, вода питьевая, масло подсолнечное, соль, стабилизаторы. Вот 4 ешки. И кто у нас производитель? Россия, город Новосибирск. Тоже, если пробовали, пожалуйста, напишите. Стоит 54 рубля. Я такую еще не пробовала, хотя у меня есть ролик на канале, где мы с вами вместе открываем, наверное, все, которые были, рыбные консервы. Я вам говорила там свое мнение. В общем, очень интересно. Так, а следующая новинка у нас вот такие брикеты. Я думаю, что это шашлык, но точно сейчас с вами определимся по названию, посмотрим. Они замороженные, заморозка глубокая, прям такие, как кирпичи, заморожены хорошо. Шашлык традиционный, вот состав, тут указан у нас окорок свиной, вода, лук, соль, пряности, паприка. И в этой упаковке кило 900. Интересно, сколько стоит, если сейчас пройдемся с вами по ценникам, надеюсь, что увижу все-таки. Так, так, вот он, шашлык традиционный, 448. Это получается именно за 1 кило 900, такой ценник сразу, почти 2 килограмма. Это Обуховский мясокомбинат. Дальше смотрю, что хороший ассортимент и рыбных изделий, именно в заморозке. Рыба разная, горбуша по 204, я смотрю по ценам, что не подорожали, то есть может быть на 4 рубля, на 2, вот так вот пока. Стейк зубатки 190, а здесь у нас фасованная уже, считается стейк
из горбуши, просто она порезанная, 270 рублей. Скумбрия 139. Неплохие шампиньоны 145 рублей. Вот они, расфасованы сразу по килограмму, все светленькие, хорошенькие. Очень хороший выбор по мясу. Смотрите, вот 229 рублей свинина на кости. По-моему, немного подорожало, если я не ошибаюсь, но вы посмотрите, какой хороший выбор. Есть кусочки поменьше, есть кусочки побольше. У нас всегда они расфасованы сразу по пакетам. Следующее из мяса, что хочу показать, рагу свиное. Ну, здесь вот можно сказать, что одни косточки по 80 рублей. Далее печень свиная. Смотрите, она еще прямо только получили, видно, расфасовали. Еще не успела застыть, заморозиться, по 130 рублей за килограмм. Имбирь в большой упаковке килограммовой 158 рублей, маринованный. Многие писали, что он понравился. Ну вот, знаете, для любителей. Заметила новинку. Появились биточки мясные. Давайте посмотрим состав. Не вижу, к сожалению, сколько стоит. Нету ценника пока. Я так предполагаю, что недавно привезли. В составе свинина, мясо птицы, механической обвалки, лук, говядина, соевый белок, вода питьевая. Ну вот, поближе, кому интересно, на паузе можете почитать. И производитель у нас кто? Город Саратов. Новинка с мороженым у нас. Вижу, что фиксики появились. Так, и что здесь у нас фиксируют? Мороженое молочное со вкусом тутти-фрутти и фруктовым наполнителем тропик. 10 штук без заменителя молочного жира. По 217 рублей. Всего здесь 550 грамм. Вот состав поближе вам. Здесь у нас тоже новое мороженое. Но я помню, что его когда-то привозили подобное. Красиво выглядит. Пломбир премиум. Вот здесь вот у нас без заменителя молочного жира. 450 грамм. С ароматом ванили, шоколадным топпингом. По сладостям нашла новинку. Вот такие вот печенье-сэндвич от Тимми с клубникой и сливками. 6 брикетов, точнее 6 вот таких печенюшек отдельных. Они как чокопай в разных индивидуальных упаковках. То есть удобно, если что, взять с собой на перекус вкусный и сладкий. Стоит 63 рубля. Здесь, правда, немного. 168 грамм. На сегодня свой обзор я буду заканчивать. Показала вам все новинки, которые появились вот в ближайшие дни. Спасибо за ваше внимание, за ваши лайки и комментарии. До новых встреч. Всем пока!